Друзья, всех рада приветствовать сегодня на своем канале. И в сегодняшнем ролике речь пойдет о моих недавних покупках с интернет-магазина Wildberries, с нового магазина Resort, старое его название. И многое другое. Этот ролик будет интересный. Также в этом ролике будет примерка одежды, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое и приятного просмотра. Да. Подготовка к Новому году идет полным ходом, и первую свою покупку я сделала на Wildberries. Это вот такая вот минажница. Здесь вот так вот 4 отделения и 5 для соусницы. Эту минажницу можно использовать и для орехов, и для каких-то чипсов, снеков, бутербродов. В общем, для всего чего угодно. Выполнена она из дерева, аромата от нее никакого нет, ни неприятного, неприятного. Ну, то есть она ничем не пахнет. Единственный, наверное, минус этой минажницы, то она склеена из нескольких кусков древесины. И со временем, мне кажется, если ее мыть прям под водой, или держать в каком-то сыром месте, она может расклеиться, вздуться и растрескаться. Потому что подобные комментарии на Вайберсе я встречала, то, что у некоторых после первого использования она, эта минажница растрескалась. Ну, у меня, в принципе, все нормально. Я использовала эту минажницу для сырно-колбасной нарезки. Сюда в центр положила мед, и на столе это смотрелось очень даже круто. Прекрасная композиция получилась. Я очень рада своей вот этой минажнице. Ранее на Wildberries я уже покупала такие стаканы и фужеры, но я брала их по 2 штуки. И когда гости приходили, мне что-то хотелось так красиво накрыть стол, я решила докупить еще по 2 бокала. Это цветное стекло. Они довольно-таки тяжелые, но на столе смотрятся прекрасно. Из них одно удовольствие пить какие-то напитки. Всем рекомендую. Кстати, на Wildberries очень приятная цена на такие фужеры и бокалы. Видела у нас в Казани в одном магазине. Там стоимость гораздо выше, чем на Wildberries. Следующая моя покупка тоже для новогоднего стола. Это вот такая вот шпажка, довольно длинная, для канапе. Вот с такой вот бусиной. Шпажка выполнена довольно аккуратно, мне очень нравится. Можно соорудить с помощью нее красивые какие-нибудь новогодние закуски, канапешки. Тоже гости приходили, я использовала, очень удобно, очень круто смотрится на столе и очень нежного цвета вот такой вот шарик. В наборе, кстати, вот этих канапешек было 50 штук. Следующая моя покупка тоже для украшения стола. Это вот такие золотые плейсматы. Я взяла 4 штуки. Когда мне их доставили, у них был такой неприятный аромат. Ну вот сейчас такого прям выделенного аромата я не чувствую. В принципе, я помыла их моющим средством и вынула из пакета. И запах, в принципе, исчез. Метр этого плейсмата 35 сантиметров. На белом столе смотрится особо круто. Как вы уже заметили, у меня в этом году будет розово-золотой какой-то такой дизайн. Я использовала в этом году эту цветовую гамму везде. Елку украсила в розово-таких золотистых тонах. И стол хочу также украсить в золотисто-розовых тонах. Обзор товаров закончился, перейдем к обзору вещей. Я подготовилась к зиме, заказала себе пуховик на Вайберсе, также купила обувь, сейчас все это вам покажу. И вот первая покупка, которую хотела с вами поделиться, это вот мое новое платье, которое на мне. Такое интересное, несвойственное для меня. Сейчас камеру переверну, покажу вам более подробно. Вот мое новое платье. Выглядит оно вот так вот, в каком-то, я бы сказала, сельском стиле. Но не знаю, мне как-то оно понравилось с первого взгляда. Купила я его в магазине Ре, бывший Резерв. И стоило оно 2999. Материал, в принципе, полиэстер, но выглядит как шифон.
И мне кажется, летом его вполне можно будет даже куда-то носить. Следующая моя покупка тоже из магазина Ре. Это вот такая вот рубашка. Не могу сказать по цвету, потому что и в жизни он смотрится как какой-то между синим и фиолетовым. Не знаю, эта рубашка мне очень понравилась из-за своего необычного кроя. То есть она такая удлиненная, самое то носить с лосинами и какими-то узкими брюками. Вот такие вот широкие рукава. Здесь вот такие вот длинные завязки. Я сначала через спину их пропустила, спереди вот так завязала. И по бокам вот такие вот разрезики. Самое интересное, это стоимость, конечно, данной рубашки. Обошлась она мне в 799 рублей. Сделана она из хлопка. Очень приятный материал. Очень мягкий к телу. И смотрится тоже очень интересно. Следующая моя покупка – это пуховик. Пуховик из магазина Зарина. Я померила его именно в этом магазине. Но заказала на Вайберсе, потому что на Вайберсе он стоил в 2 раза дешевле, чем в магазине. Здесь вот такой вот огромный капюшон. Я люблю большие капюшоны. Мне кажется, что они мне идут. И хорошо защищают от ветра мои уши. Можно даже теплую шапку не одевать. В принципе, что могу сказать? Да, немного коротковаты рукава. Кажется, в перчатках они не так уж и сильно как-то выделяются, что рукава короткие. Мне понравились то, что карманы обделаны такой какой-то теплой тканью, и руки не мерзнут даже без перчаток, в принципе. А небольшой минус – это вот тут вот разрезы по бокам с двух сторон. А через них немного задувает ветер, когда есть ветер на улице. А так, в принципе, пуховик очень-очень теплый, очень такой набитый. Причем наполнитель распределен очень даже равномерно. Не знаю, что внутри. Какой-то синтепон, но точно не пух-перо. Вот такой вот пуховичок. Обошелся он мне на Вайлдберрисе 4500, а в магазине был в 2 раза дороже. И последняя моя покупка из магазина Монро. Вот такие ботинки зимние. Монро презентовал их, как будто бы они из натуральной кожи. Ну, кожа приятная, но не знаю, насчет натуральности я немного не разбираюсь. И что мех внутри тоже натуральный, овцы. Но мы так дома посмотрели, и раз уж тут все вот так вот скрыто, не подкопаешься, то на мех натуральные овцы это тоже не особо похоже. Они очень мягкие, очень теплые. Ну, конечно, в минус 30, как и в любой другой обуви, ноги замерзнут. Но вот за счет такой хорошей подошвы, в принципе, холод как-то не доходит до ноги. И ноги, в принципе, всегда в тепле. Но, по сути, на остановках я не стою, поэтому не могу сказать, не могу быть точно уверенной, что в минус 20, минус 30 в них будет тепло. А, в принципе, для какой-то такой недолгой прогулки вполне себе хороший, идеальный вариант. Наверное, еще один плюс. За рулем тоже очень удобно. Обычно бывает, что в зимней обуви из-за жесткой какой-то неудобной подошвы педали газа не чувствуется. Нет, здесь все чувствуется, все хорошо, все удобно. Поэтому обувь мне, в принципе, очень понравилась. Это были все мои покупки на сегодня. Пишите в комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Ссылки на все товары я оставлю в описании под этим видео. Всем пока-пока!